Привет, друзья, меня идут встречать. Я приехал, но еще до дома не доехал. Мне еще ехать минут 30. Привет. Ты штопора просил? Штопора. Сейчас. А хрен знает. Я не думал, что я к тебе поеду после поезда. Что такой большой, да? Хороший. Шатает наверху чуть-чуть. Места мало. Большой. Ага. Друзья, обзор на машину моего дяди. Такая у него красивая машинка. Наша, русская. Помахай ручкой. Снимаешь тоже. Ну чё, привет, сестра. Здорово. Иди, целоваться будем. Еще попробуй выложи. Выложу. Не надо. Выложу, ничего страшного. О, это кто? Это кто? Как тебя звать? Ярик, скажи. Ярик. А что там у тебя? Он прячется. Угу. Привет, скажи. Делай привет, привет, скажи. Вот так, ручкой сделай. Ручкой вот так сделай. Стесняется, да? Стесняйся. Ну, друзья, мне сестра разрешила сделать обзор на ее квартиру. Смотрите, какие у нее двери шикарные, просто. Шикарные двери. Деревянные. Так, заходим в комнату. Здесь живет Нелька, моя племянница. Такой вот она ремонт сделала недавно. Компьютер у нее. Такая вот комнатка. Вот такой шкаф шикарный. Так, пойдем дальше. Мне вот это прикалывает очень. Вот это вот как называется? Арка, да? Прикольно, вообще шикарно. Это надо же додуматься такое сделать. Оно вообще просто шикарно. А вообще меня убила вот эта вот система. Смотрите, лампочки какие. Эти точки лампочки горят. Вот тут две. Еще там две, еще вот свет, так вот говорит, красиво. А еще она сделала вот такие вот красивые обои. Смотрите, как модно. То есть здесь цветочки, здесь нет цветочков, да? Потом опять нету, опять цветочки. Потом, значит, и зеркально, то есть там вот... Вот смотрите, вот здесь, значит, нету цветочек. И здесь нет цветочков, то есть зеркально сделала, да? То есть модно. И здесь тоже вот есть кусочек вот с цветочком, без цветочков. Ой, вообще шикарно. Вот такая вот у нее комнатка. Еще вторая, это зал. Вот так вот. Такие кресла красивые. Вообще. Ничего не бардак. Так, продолжаем. Здесь ванна. Такая ванна шикарная. Душевая, значит. Тут стиральная машинка. Здесь тоже свет такой вот прикольный. Точечный горит. Офигенно. Так, шикарно. Так, теперь кухня. Угловой диван. Угловой диван, значит, у нее тоже. Кухонька небольшая. Вот так вот. Так, это туалет, друзья. Такой тоже яркий, красивый. Обшитый пластиком. Друзья, ну все. Я приехал. Вот мой двор, мои любимые сосны. И вот мой дом. Это вот двор. Папа, ага. Грязь, не пьет. Ходили, шопились по магазинам с мамой. Маме подарил такое платье синенькое, кружевное. Аксессуар у нас будет платье, платочек, как и пальто, да, вот так.
такая вот моя мама, как обычно. Как тебе нравится, мама? Нормально? Подожди. Пошли, иди, иди, я снимаю. Идем, друзья, кормить козочку. У моей мамы есть козочка. Она, как это сказать, родила козу маленькую? Да. Идем кормить маленькой козленочкой. Он кушать хочет. Потом надо вечером доить большую козу. Белую, белку. Сейчас посмотрим. Да. Снег идет. Снег, да, навалило столько, что обалдеть. Денис с Москвы снег привез. Ой, бля, что-то я чуть не... Ой, хватит, хватит ругаться. Иди прямо, все. Иди, чё, какая? Пошли, пошли. Только осторожно, не торопись. Идем в сарай. Идем в сарай, да. Это наш соседский сарай. А это чья собака, мам? Наташка. Тузик. Тузик. Ой, какая прелесть. Привет. Привет. Как тебя звать? Привет. 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 Что? 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 Что скажешь? Что? А где козочка, мам? Козочку покажи. Иди, иди. Ой, беленькая, какая красивая девочка. Мартин. Ой, какая красивая, большая какая. Кушать хотят. Вон, фотографируй. А как мне зайти? Зайди вот так, пока не едят, давай. Ой, она меня не боится. Больше, нет. Не бойся, не бойся. Как зовут? Белка. Белка? Угу. Белка кушать хочет. Девочка, какая большая. Тебе не холодно здесь? Нет. А, да, эту фотографируй. Он сидит, кормит маленькую козочку. Ой. Какой хороший ребеночек. Какой хороший, куси. Мама, Мартин, какой ты... Ой, какой красивый. Какой Мартин красивый, как хочет кушать. Голодненький. Это мать, мамаша, кушает. Белка. Куси. Молоко дает, да? Дает. Это... Ой, брызгайся, зачем брызгайся? Не пачкай. На, не пачкай. Он уже наелся, уже все. Что? Ага, он уже не... И он же играется, уже все. С мамкой теперь будет есть? Ага. Ой, с мамкой ест. Девочка. Привет, Варуша такая. Кусает. Ой. Что? Что делаешь? Мам, что-то делает, сено. Мам, тут что-то говно здесь, да? Не говно тут. Или что это такое, мокрое? Нет, вода там, чистить надо. Давай. Ну. Да, ну. Она еще ругается. Не надо выходить, холодно. Смотри, сюда посмотри. Что-нибудь скажи. Вон плачет козеночек маленький. Мартышка. Все, пойдем. А, да. Дай голос ему. Вон. Все замолчал. Ругается. Что? Куда идешь? Что? Такой интересный. Ага. Снял, что ли? Угу. Темно надо.